Пока, блядь, этот пидор, блядь, без хвоста и убежал. Дочь родилась у сарманщика бедного Карла. Радостный папа не знал, как ребенка назвать. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. И когда я ее обнимаю, иногда тебе вспоминаю. Ты же не куришь? Или иногда. Куришь? Иногда? Не умею курить. Никогда. Люди, Виктор закурил. Не курил всю жизнь, тут закурил и закашлял. Пожар будет, да? А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. И когда я ее обнимаю, иногда тебе вспоминаю. Хочешь, да-да, иди, хочешь. Хочешь, да-да, не хочешь. Хочешь, да-да, не хочешь. Ну иногда тоже хочешь. А-лай-ла-лай-ла-лай-ла. Что, друг, давай, выпьем, потом пойдем за гитарой. Друзья, сейчас мы будем с Виктором пить пивас. Мы, вернее, мы уже пили водку. Сейчас мы пьем еще и пивас. Я сегодня, как приехал к Виктору, ну, в гости это как? Наверное, не в гости, а пожить, да, больше подходит. Я прошу... По жизни! Да, я прошу прощения и за... И пойдем за гитарой. Так, я вот извиняюсь за свои пальцы в кадре. Я приехал с Воронежа в Москву. Меня опрокинули жестко при том. И я оказался у Виктора. Вот. Но не случайно, Виктор меня до этого приглашал к себе в гости. Вот. И принял. Я вот не ожидал. Нет, друзей на блядей не меняю. Я не ожидал. Я все сказал. Он меня накормил, напоил. Нет. Еще не давай напоил. Покажем. Еще не напоил. Мы еще танцуем. Остатки роскоши давай покажем. То, ладно. Что у нас осталось. Вот у нас то, что осталось. Вот это вот из еды. Ну, бухла, бутылок водки уже. Нет, собаку покажи. Собака балдеет, лежит. Вот, а вот Виктор. Виктор, кстати, балдеет кстати, тоже. Кстати, да, он... Так. Давай, махнем. Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Давай. За... Любовь. За любовь. За любовь. Да. За любовь, ребят. Так, ты мне на гитаре обещал сыграть. Сейчас найдем. Друзья, у меня в телефоне памяти гитару. Не особо много. Я снимаю на телефон. Сейчас. Да, и я поэтому... сыграю от души. Вот, это рыбка, кстати. Вкусная очень рыбка, кстати. Очень вкусная рыбка. А именно в Черкизово такая рыбка продается. Нет, рыбка резаная. Ну это я ее почистил как мог. Рыбка как селедку, хотя это вобла. Так, не вобла. А что? Ну, сушеная, конечно. Не, жирная. Ладно, ну вкусная, ребята. Вкусная.
пивасика. Ребята, чтоб нас не резали. А если зарежут, умрем. Ладно, поехали. Когда с тобой чучело козла, ну, манекен, вернее, чучело Виктору не очень нравится слово, потому что это был его друг. Когда мы манекен поставим? Все, пойдем за гитарой. Так, мы идем с Виктором за гитарой. Друзья, я камеру не на штативе несу, а в руках. Поэтому прошу прощения. Я еще немножко пьяный. Собака себе за ухом чешет. Так, давайте догонять Виктора. Мы его почти догнали. Он ускорился. Ему очень не терпится поиграть на гитаре, спеть песни. Друзья, Виктор ищет гитару. Я немножко пьяный, и Виктор немножко пьяный. Тихо. А, он не гитару ищет. Я трезвый. Надо любить животных. Покажи, покажи вот здесь. Иди сюда. Вот сюда покажи, не туда. Нет, сверху. Выше, выше, выше. Подними его. Они мучаются, ребята, мучаются. Мало места? Да, мучаются. Я им сено подсыпаю. Все. Друзья, здесь я буду, кстати... Ой, ладно, хуй с ним. Здесь я буду жить, будет, и спать. Я буду. Да расскажи, я что буду. Тут за срач такой? Перья валяются, почему? Ну... Ты же обещал, мы с тобой завтра решили, давай сегодня уже поснимаем. Вот твои курицы. Вчера вот это все отлетело. Ни одна курица, сука, не ушла. Но! Они же у тебя выбежали. Подожди, вот этот пидор, блядь, без хвосты. Убежал. Давай его покажем, где он? Опять убежал, что ли? Пока, блядь, это пидор, блядь, без хвоста и убежал. Ну, блядь. А ты открой коробку, давай посмотрим хотя бы. Людям покажем, что там. Да что пока, покажи, там блядь, покажи. Что там за чупакабра сидит? Вот такой тут. Граф Дракула, вот, да? Да, блядь. Короче, это... А ну зверёв... открой коробку, там не видно. Короче, видно? Он без хвоста. А куда хвост взял? Оторвал. Ты оторвал хвост ему? Я не хотел. Давай посмотрим. Чтобы он не выключил эту... Не покосил тут все. Такой... Убирай его, убирай. А? Он тоже меня любит. Он меня любит. Он человек. Ну, собаку снимай, не меня. Меня все любят. Ну, куда его деть? Ну, куда его деть? Я кормлю. No comment. Можно я положу его назад? Да, конечно. Это друзья. Же, да. Ну сейчас я его открою. А? Знаешь, что он сделает? Смотри. Он меня любит. Это животное, ну, птица. No comment. Я ж не животное. Оно хочет жить. Да. Ну. Ну хочет жить. Собака что-то жить. Тут нашла. Оно хочет жить. Сейчас я сажу в клетку. Оно не должно в клетке жить. Собака что-то нашла, да? Ой, собака, это мой друг, она ревнует. Она ревнует меня к птице. Ой, блядь. Это счастье, ребята, что меня ревнует.
куда мне деть этого? Ну куда мне? Я ему вчера хвост оторвал. Хочешь его выпущу? Ну ёпта, он меня любит. Ну животное. Вот смотри, как он меня держит за руку. Он боит, он животное. Он человек. Так вот пес внимательно разглядывает. А пес ревнует. Простите, помогите. Ну, в клетку сажу, блядь. Вот, его нет нигде, вот где он. Он думает, что я его друг. Все? Как его? Кушать или там убивать. Не понимаю. Вот его клетка, вот тут вот так вот живет пока. Вот, смотри, тут даже правильно. Ну не бойся, не бойся, не бойся. Сейчас, все, я тебя посажу. Все, посажу. Клетку посажу. Ой, Господи. Вот маньяк еды. Собака так разглядывает Виктора. И это Цесарь, да? Да, Цесарь. А, не берут, пап. Он не укусит собаку. Все. Я не понимаю. Все. Ладно, все. Он хочет домой. У каждого есть свой дом. Простите, что у меня нехороший дом. Простите. Я все показал. Я все показал. Блять, улетел. Из дома. Стоять! Стоять! Опять? Из дома. Хочет съесть? Виктор. Не хочет. Нет, поймать помочь. Пиццу мою мать. Это что, жизнь? Без комментариев. Остался без ужина. Нет, пёс. Нет. Он спрятал свою шейку. Я не знаю, что он спрятал. Хватит, иди. А что это такое? Ой, ты кажется говно. Это не пурина? Да какая пурина, там уже. Не хотят ли пурина, не хотят домашнего. Я им даю торт. А что это такое? Овес и картошка вареная. Я правильно понимаю? И мел пищевой. И еще чуть-чуть, вот если хочешь, песок обычный. Ой, Господи, ты боже мой. Ой! Ну то, что было, я в шоке. Так, ладно. Так, вода есть, это есть. Теперь пошли с гитарой. Хреново мне, ребята, хреново. Давай. Ну что? Ну что ты пристала к ней? Ну что ты к ней пристала? Бросьте ее, ты умная девочка, умная, вот такая, бриварная. Ну, ты же понимаешь, что ты играешь. Ты... умная собака, вот такая. Так, идем на гитару.
Где все тут умные? Особенно я. Друзья, вот такая вот моя будущая комната, но мы здесь уберемся. Хуйня! И будет это... очень круто. Далее. О! Мед или что это? Мед. Или что это? Сейчас мы будем его кушать. Это мед? Да. Я угадал. Друзья, я снимаю, держу в руках телефон без штатива, поэтому в кадре меня особо нету, хотя хотелось бы, ну ладно. Сегодня у нас главная звезда — это Виктор. Прям как Винни-Пух. Палец. Ты прям как Винни-Пух. Давай, палец сам, сам палец суй. Сюда. Нет. А куда? Туда, блядь. Так ты говоришь, не надо, а потом... Давай, ёнты, здесь пальца нету, что иди сюда. Вкусный мёд. Иди сюда, нихуя. Вот так бери, вот так, раз. Просто я ещё снимаю, и мне не очень удобно. Хули там неудобно, греби, блядь, и всё. Ну-ка. Вкусненько. Не вкусненько, а охуенно. Ты прям как Винни-Пух. Я знаю, что это хороший мед. А где крышка? Нихуя себе, крышка есть? Крышка. А теперь гитара. Гитара вон лежит. А я просто пою песни с вами. Смотри, гитара надо мной не играла. Попробую еще разочек. Попробую. Все-таки, дорогие друзья и подписчики, также гости моего канала, я думаю, вам будет очень интересно. Смог. А почему? Такой вопрос. Многие люди спросят, а почему? Виктор. Я смог взять. Круто! Не, серьезно, очень здорово. Соли мими, соли мими, соли фа ми ре до. Фа доля соли мими, соли фа ми ре до. Спасибо. Так, поехали за гитарой. Друзья, ставим лайки, комментарии. Смогли бы вы сыграть так же, как Виктор, а может быть круче, но я думаю, навряд ли кто-то круче сыграет.
но все равно пишем в комментариях. Так, ищем гитару. Вернее, Виктор ищет гитару. Нашел вот какую-то перчатку. Это не какой-то, самые дорогие. А почему? Поясни для наших зрителей и подписчиков. Я всегда хотел кожу. Вот я ее купил. В итоге... Кому она нужна? Никому, ребята, никому. Знаешь так. Виктор, а расскажите, почему здесь столько перьев на полу? Вот я хожу, например, и смотрю, здесь одни перья. Вчера, вот честно, мне так стыдно. Никогда не видел, что курица ели куриц. Они реально ели куриц, курица, ели куриц. Из семи, вот смотри, раз, два, три, четыре сожрали. Вот. Почему? Хуже зверям. Съели 4 курицы. Может, этот виноват. Я ничего не знаю. Ребята, в этой клетке было 7 куриц. Корми как можно. Саша клюет меня, хуй с ним. Когда я увидел. Все. Кишки и кровь. Жалко, меня не было вчера. Это был бы крутой материал. Нет, все, не, ну, надо. Так. Не надо, я их кормлю. Так съел, наверное, вот этот вот цесарь съел. Кто клюнул, не знаю, может, я не так кормил. Не знаю, ничего не знаю. Короче, друзья, фильм ужасов по сегодня не увидите. Вот. Может, даже это к лучшему. Виктор очень такой человек... как это сказать, берет все близко к сердцу, поэтому, видите, ему даже об этом говорить неприятно. А кто-то из вас, наоборот, хотел бы увидеть в полных красках весь этот кошмар, который произошел. Это вчера кошмар? Же был? Да. Как мою собаку хоронили? Друзья, это вы тоже, я думаю, видели или увидите, это я тоже выложу. Конечно, вот там действительно тяжко, потому что собака — это не курица, сами понимаете. Собака — это друг человека. Поэтому это очень тяжело. Любую песню. Любую. Я ни одного аккорда не знаю. Хочешь снимать? Снимай. Сейчас спою. Дочь родилась у шарманщика бедного Карла. Радостный папа не знал, как ребенка назвать. И под шарманку ни днем и ни ночью, ни днем и ни ночью, ни днем и ни ночью не знал, как ребенка назвать. Ночью не знал, как ребенка называть. Оп! Никакой гитарист, ну, простите. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной прогнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо все пролью.
милой я поеду. Слов сказать не смею. Опа! И от поцелуя, и от поцелуя, даже злого хмелей. Опа! Травы, травы, травы не успели. И такие нежные на первый оба, ах, почему-то прямо все колеса. К милой я поеду, слов сказать не смею. Я поцелую, я поцелую, я словно охмелею. Травы, травы, травы не успели. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Все? Это конец. Хотите, да? На гитаре без левой руки? Оп, стоп, Зоя, кому давала? Собака, блядь, пиздец. Любите меня. Собаку держу. Давайте другую песню спою. Есть на Боге утюг, диким мохом оброс, от вершины до самого края. И стоит сотни лет диким мохом одет. Ни нужды, ни горя не зная. Плохо всем, ребята. Давай, давай, давай. Вот это офис, ебит твою мать. О, собака не кушает курей. Человек не любит... Хотела бы что-то сыграть хорошее. Виктор, а давайте о любви. Совсем как огуречек, в траве сидел кузнечик, зелененьким он был. Но вот пришла лягушка, зелененькая брюшка. Но вот пришла лягушка и съела кузнеца. Не думал, не гадал он засрать такую травку. Не думал, не гадал он такого вот конца. Не думал, не гадал он такого вот конца. Не думал, не гадал он такого вот конца. Сказать, люди, не знаю, я тупак. Тупак. Ну, господи, перед моей собакой я тупак. Кера, Ера, нельзя.
Ее хотели забрать, я не отдам. Она умнее меня. Умнее. Но если сильно попрошу, она ко мне придет. Вот, давай попробуем. Это я на картинке. Я скажу Гера, и она мне на лапу сядет. На мою лапу. Гера. Гера. О, она умнее. Она понимает, что она Гера, а я не понимаю, что я Витя. Она меня любит. Это верно. Ну, вы видели все, я сказал, Гера, да? А я скажу, Витя, ну, кто такой Витя, никто. Можно я тебе свою песню? Люди мира на минуту встаньте, слушайте, слушайте. Гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Звон летит, летит над всей землей. Это не гроза, не ураган. Люди мира на минуту встаньте. Стонет океан, стонет океан. Это стонет, это стонет. Тихий океан. Люди мира на миру встаньте. Стонет океан, это стонет, это стонет, тихий океан. Ну как бы все. Гитарные возможности мои закончились. Будем здесь убирать, будем курочкам помогать. Смотри, я для людей показываю. Свобода пролетариату, блядь. Но они не уйдут. Знаешь почему? Не знаю. Как люди, в принципе, тоже. Я все сказал. Свобода, но кто их кормить будет?